не могу этого не сделать, потому что имел такую оплошность как-то заглянуть в чат где-то в пол первого ночи. Я обычно в чатах ничего не пишу, кроме там делаю каких-то заметок. И попал на такую беседу, попал на такое сообщение, что Лариса там в чате говорит: мне остался один лайф, один смарт двойного клуба. Я знаю, как она работает, я знаю, какой она светлячок, сколько она проводит вебинаров, утренних кофе, кофе-пауз и кофе-брейков. И я ей так, ну, никогда этого не делал, взял и откликнулся. Я говорю: ну, я хотел бы тебя в понедельник видеть двойным клубом. Думаю, что там того лайфа за субботу, воскресенье и смарта. Она говорит: хорошо, а там много было свидетелей. И она стала в этом клубе. Я привезу к тебе подарок в Ростов, сертификат будет $500 сегодня уже. Дорогие друзья, я хочу пригласить на эту сцену замечательного лидера.